Дружба, спорт, свежий воздух и здоровый образ жизни. В маленьком поселке Новошахтинский прошел настоящий спортивный праздник «День здоровья», большой звездой которого стал чемпион мира по боксу и депутат Государственной Думы Николай Валуев. Спорт – это замечательный мир. Спорт – это та деятельность, которой нужно, должно заниматься. Именно спорт дает нам жизнь, именно спорт дает нам уверенность в своих силах, здоровье, самое главное – уверенность в своих силах. Хоккейный турнир, концерт на льду и зарядка с Николаем Валуевым. Продемонстрировать чемпиону свою прекрасную физическую форму стремились и взрослые, и, конечно, дети. Готовы? Раз, два, три, бег на месте. Поехали! Завершился праздник на свежем воздухе красочным флешмобом. Десятки воздушных шаров с цветами российского триколора улетели в солнечное зимнее небо. Всем здоровья! После жителей ждал праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов, видеовикторина, которую провел Николай Валуев, конкурсы и призы. От желающих посмотреть и поучаствовать в зале не протолкнуться. Мы хотели поучаствовать в празднике, посмотреть Валуева и общим настроением подпитаться. Удалось. Спасибо. Николай Валуев побывал в Новошахтинске не только в качестве приглашенной звезды. У спортсмена ответственная социальная миссия, выполнить которую депутат Государственной Думы намерен через месяц. Книга пожеланий Владимира Путина путешествует из региона в регион. В ней простые жители оставляют свои послания президенту России. И, предположительно, после 3 марта Николай Валуев передаст эту книгу в администрацию президента. Светлана Садовая, Александр Бартовщук. Новости на 8.